Главный праздник прошел в музее-усадьбе Аксакова в Богрусланском районе. Гостей удивили яркими представлениями, в их числе постановка по сказке «Аленький цветочек». Это произведение Аксакова многие считают преданием о настоящей любви и верности. Потому после спектакля решили здесь же устроить торжественное бракосочетание молодоженов. Также в рамках Аксаковской недели в музее-усадьбе писателя проходил межрегиональный семинар молодых поэтов и прозаиков под названием «Мы выросли в России». Вы знаете, темы самые разные. О жизни. Фантазируют, придумывают, создают свои миры. Очень интересно. Напряженный, интересный семинар был. Никак не могли прийти к решению, кто же победит. По завершении семинара были вручены аксаковские премии как опытным мастерам пера, так и начинающим. Кстати, стихи и рассказы юных дарований вошли в специальные сборники, которые скоро выйдут в свет. У меня очень хорошее впечатление. Чистые ребята. Во-первых, они все очень юные. Им там всем от 16 до 19 лет. И в этом возрасте они уже довольно уверенно владеют техникой, а душа будет расти. Завершится Аксаковская неделя 1 октября. Именно в этот день будет отмечаться 223 года со дня рождения певца природы Оренбуржья Сергея Аксакова. Анна Золотухина при содействии Бузулук Информ. Новости дня.